Ну, может, к субботе погода в Москве больше будет походить на зимнюю, но пока ощущение весны сохраняется. Даже распускаются подснежники. Эти кадры сняты в аптекарском огороде. Снега нет, а подснежники есть. А еще набухли почки, магнолия и багульник. Вот-вот расцветут маргаритки. Рассказывают, что проснулась валерьяна, и на аромат ее корней устремились все окрестные коты. В общем, пока стабильный плюс.